Да, смотри, один предатель, а раз мародер. Все. Один мародер, один предатель. И один нейтральный, да? Короче, гаси любого, кто подходит. Да, все, пойдем. Можешь лучше Дискорд добавить? Давай. Да. Решили добавить Дискорд или добавили? Не профи, но дробовик-то точно. Это кто такой? Вообще это мир. Свой-свой. Свой. Все, опыт научил, да? Любую цель будешь чекать. Да. Специально домой зайди. Еще один прикольчик тут в игре есть. Когда, короче, мирный нейтрал убивает, то ему вообще ничего не засчитывает. Если мирный нейтрал, то тогда засчитывает. Да, ну, хотя бы становится. Раз в неделю есть. Вот, а предатели всех, короче, все, короче, мочат. И мародеры, и мирные. Вот. Да нас уже убивали. Короче, если нейтрал увидите, убивайте просто и лут забирайте все. Ясно. А мы марами не ставим так? Нет. Короче, грубо говоря, нам нейтралов можно убивать, да? Да. Ага, все понял. Спасибо. Мы это гасим все, что к нам приближается. Короче, кроме мирных. Ну да, кроме мирных. Кроме предателей. Кроме предателей. Вот как, смотри, я буду правее держать. А я слева. Ты левее. Жрачек тоже нет, а лутаться в лом. Ищите, короче, кусты. Ну, в лесу, короче, либо с орехами, либо с ягодами. Вот. Этот мне товарищ уже накормил волчьими ягодами. Не, я тебе сказал, посмотри, что за ягод. Он мне говорит, типа, смотри, ягоды, ягоды, быстрее кушай. Я потом пробивался. Прям при мародерах. Вон, ягоды. Я уже голодный и пить хочу. Мы еще куда-то? Мы в квашину дойдем? Алло? Алло? Саня? Опять дискорд накрылся. Алло, Сань? Нормально забирать, можно потом на базу мирных сбегать, и когда они на задание бегут, за ними бежать, а потом их убивать. Это курс мародера так что был? Ну что с фишкой какая? Какая? Саня, блин. Ты меня слышишь? У меня куда опять дискорд накрылся. Я понял. Он вроде и работает, и вроде и нет. О, тачка. Мы не поедем от аккумулятора. Короче, найти, да, надо. А, Сань, у меня же есть.
Да. Инструменты. Гаража блутайте. Гаража блутайте. Может, опять я буду следующий. Мусор. Опять, короче, я мусор собираю весь. Так, я инструменты нашел. Для починки? У меня инструменты. Во-во, скидывай, скидывай мне. Вот этих ягод надо побольше набрать. С ними вообще так видно? Да, хорошо. Понял. Что именно? Алло, алло, меня слышно? Саня! Ой, неохота Дискорд перезапускать. Я хочу на крыше. Кто двухэтаж? Юр, ты хотел на крышу залезть? Ты меня слышишь? А ты меня? Саня. Ты меня слышишь? Алло, Саня. Слышишь? Говорю, но ты меня не слышишь. Расскажи. Алло. Алло. Саня. Не, перезапускать надо. Да-да-да. Ты меня слышишь? Да, я тебя слышу, но я говорить не могу. Короче, ты-то... Саня. Алло. Алло. Ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. Короче, ты должен был другую двухэтажку лутать, а ты мою, походу, лутаешь. Ну да, я, короче, взял рюкзак. Короче, я тут пошел пока лутать. Давай. Еще один рюкзак черный. Давай, заберу. Мне просто надо было Дискорд перезапустить. Вообще где? Хочу потерялся тут маленько. Саня. А? Вы где? Я потерялся. Да мы одну двухэтажку лутаем, ты другую двухэтажку лутай. Я бегаю, что-то потерялся. Так. Ну все, она готова.
Нашего похудела убили или нет? Мы кого-то гасим. А? Мы кого-то гасим. Не знаю, зачем мы его гасим. Его убили. Где он? У него был химзащитный костюм этот. Где этот чувак? Снизу? Да, мы вот. Че, ничего нет у него? Ни хрена себе утачивать не могу. Виталий, я играю с этими аддонами, сейчас минус 4 дом. О, ну молодец. Билета пристрелили. Нейтрал какой-то. Забирайте, ну там ничего полезного нет. Я кроме костюма больше ничего не взял. А я что-то такое думаю, блин, предательство. Беру, короче, молитву на себя. Я, почему я вот эти ног? О. А нахрена нам кирпичи вообще нужны? Да он застрелил. Короче, эти погнали быстрее в тачку, я аккумулятор нашел. Давай, веди. А вам не попадались патроны для ПМ? У нас на складе должны валяться. Три патрона у меня только от ПМа. Давай, хотя бы чёрный. Всё, спасибо. У нас же должны быть в городе коробочки с патронами. Так, до него надо дойти. Эти шипнутся вещи, если вообще. А кто его, кстати, убил? Он, по-моему, да? Я. Он или три я. Три осколка. Мы его шоу-древью стреляли, не знаю, кто именно убил. Мы вместе стреляли. Садись. Ох, Ерма, ты на машине. Как пятницу будем. А, ну здесь задержка, походу, дела. Ну так же, как пятница. Оу. Это какой-то АК, скорее всего. Ну так и есть. Как мы еще уместились. Вот колымага-то. С ветерком. Да. А ты прикинь, как там танки тут катать. Ну вот сервер просто, скорее всего, задержка идет из-за этого. Это мы от мира, да, приехали? Да. А возможно также в этот вести? Да лучше пешком, наверное, дойти. На машине лучше. Ни один мародер не догонит. Нет, так мы приехали. Да, мы куда-то покатились и выйти нельзя.
все, вроде стоит. Так. Много раздолбал я. А хпшки машины есть поедем вообще? Поедем еще кое-куда съездим, полутаем. Да, хорошо. Муж Альцка довезет нас с города номер два. Делик этот возьмем. Опять эти комары. Крыльные осколки. Хватит. Тебе рюкзак не нужен? Не, у меня есть. У тебя какой? Если что, я здесь. Армейский. Хорошо. А, ну окей. Так. Че за нами монстрочек какой-то бежит? Ребят, езжайте на G6 там предатели. Ну или как потеките. О чем хотел вообще? Сказал, что там предатель. Какая-то охота среди наблюдателей. По нас стреляют? У тебя голова из машины вылезла. Бывает. Каждый делишь туда. Не, ну тут она, видишь, подвисает. Ну, мне так же FPS. Так же катится. Ух ты. Куда едем? Там чёрт, как у нас же предатели и вот. А, понял. Сдавить можно? А? Сдавить можно? Ну да. Короче, задавить не получимся, застрелим. И самопал, да? Ну да, главное, чтобы нас не застрелили. Пока так едем, да? Сдохла машина, что ли? Ой-ой-ой. Ох, ты ж ёпрсты. Лол, прикинь, всё это снимается. Что будет воспоминаний-то? Фига себе, она еще и так умеет. А ты говоришь, багов нету. Ты же сам в пятницу машину будешь сломалась.
короче, пацаны, у меня тут, короче, это... Вопрос, по-моему, будет стрелять в бутылку. Короче, жизнь или смерть? Но смотрите, если живем, короче, то у нас будет, ну, я надеюсь, что будет много лучше. Вот. Ну, там, короче, 50-50, жизнь или смерть, есть или нет. Так погнали, разница-то. Я, если что, не чувствую, что он говорит. Короче, он говорит, жизнь или смерть, но если что, типа это, давайте. Это мы к кому приехали? К воякам. Наверное. Вот этим это. О! Как он встает. Держи его! Уйдет ведь! Ай! Выходи, да? Или стоять? Сидеть или выходить? Держи его! Если ты выйдешь, то... Чё-то я нифига его не слышу. Я тоже. Я честно скажу, я нифига не слышу. Такие ору. Он дискорда бьёт. Держи его! Уйдёт ведь! А он стопором хочет замочить? Может, нам надо было выйти? Я положил одного. Чё он сказал? Гаси, ублюдка! Я убегаю, я убегаю, я бегу, бегу. Держи его! Уйдет ведь! Убил? Нет. Отойди, я... отойди. Стой, нет, не убил. Держи блядь. Его! Уйдет ведь! Ай, блядь! Ну, с этой хрени вообще никого не убьешь. О, я одного убил! Одного убил! Убил! Слышь, я одного убил. Один есть. У меня тоже один чат. Три патрона осталось. Один патрон. Ты не ранен? Меня подстрелили! Прикрывайте! А, бля, больно-то как! У меня патрон нет. Аптечка нужна? На, могу тебе палку скинуть, держи. Меня подстрелили! Прикрывайте! Вот мне аптечку что надо. Бля, больно-то как! Взял? Держите меня, семеро! Ща в дрожи расхерачу все! Перекусим, пока есть время. Держи его! Уйдет!
Вот ведь! Он сначала забил. Жри свинец, мразь! Я не знаю, убил его. Один готов! Убил его. Ты жив, труп? Я не знаю. Игра оконченная. Причина смерти застрелен. Но я, по-моему, положил его, он валяется. Если можешь выйти, там пулемет валяется. Только хз жив он, нет.